Octagon Fighting Sensation представляет вам трехраундовый бой в тяжелом весе. Синий угол клетки. Добро пожаловать, боец из Воронежа. Встречайте, Артем Шишкин! Мы не хотели воевать. Мы никого не трогали. Мы не бегали ни по каким майданам. И что получили? За что? Мы террористы. Террористы. Да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку. Здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит мне, говорит, бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Солнце
красный угол добро пожаловать, боец из Оренбурга. Встречайте, Алексей Кисер! Так, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 20 лет, рост 185 сантиметров, вес 109 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Серебряный призер чемпионата России 2014 по грэпплингу ADCC. Неоднократный победитель турниров по ММА «Дух воина», «Вечный воин», «Земля отцов». Победитель международного турнира по ММА «Высота 776», чемпион тяжелого веса Лиги Черноземья, представляющий Fight Club Форан из Воронежа, Артем Шишкин! А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 24 года. Рост 185 сантиметров, а вес 116,1 килограмма. Профессиональный рекорд такой же. 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Мастер спорта по смешанному боевому единоборству. Победитель всероссийского турнира по ММА. Седой Урал, представляющий клуб. Урал Fight Club из Оренбурга. Алексей Кисер. Парни, вы знаете правила, не нарушайте их. Слушайте мою команду внимательно. У вас 3 раунда по 5 минут. Покажите хороший бой. Пожали руки. Удачи обоим. По углам. Первый раунд. Левый,
спокойно, контроль, держись. Контроль, держись спокойно. Колено, Артём. Не давай, Маус, не давай, не давай. Активная работа. Контроль, контроль, Лёша, не давай, Маус. Есть! Контроль, не пропускай, открыт! На него кати! Поддержать бойцов! Москва! Для награждения в октагон приглашается член Союза добровольцев Донбасса, командир бригады «Пятнашка» вооруженных сил ДНР, герой ДНР Ахра Авитба. Господа, время остановки боя минута и 55 секунд первого раунда. Полевым приемом на руку победу одержал Артем Шишкин, Воронеж. И аплодисменты его сопернику Алексею Кизару. Фото на память. Я